Хорошо. У тебя же HD камера? Вроде да, не знаю. У меня 1008. Я не знаю, что я хочу. Мне по месту, так у меня в два раза больше места занимает. А ты не остановил. Из двух, где-то 8 отсюда ушел. А, тут такое было. Сейчас я покажу, попадете. Какое тут было? Сейчас посмотрим уже больше. Ну да, не надо. Ну парень вообще писал. Что не говорит? Очень большой. У него на дальний колесах уже бил. Слышь, в подходе получается без закрытия. Пускай туда. Но уже или не подходить, слишком остается. Ну не без маски, без маски, без маски. Маски еще больше получал, как маска. Маска легче. Видишь, он сразу пустит первый удар. Когда ему уже выпадет, он будет. Oh!
вот под бар. Слышишь, он останавливается в лужице? Да, 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 да. А там мне ребята пошли, если вот там зашел какой-то водоключик, начали ворота под головой, начали выносить из этого уха. И те двое ставят. Правильно, на какой характер больше ставится. Так вот он должен получиться, типа спад называется, они там где-то ходили. А, я вкус. А вот ты можешь выбрать себе, ну, мне тоже звонили там, ну ты можешь себе выбрать. То есть я могу, допустим, вот мы с тобой ходим, ну как? Ну давай только с перчатками, допустим, и с ногами, и только луки. Например, сами себе нарисовали правила. Они, допустим, без перчаток. Другие там только руками, без перчаток. Третьи там только ногами, без вообще ничего. Четвертый только бороться. То есть ты сам себе это хочешь, типа, да? Но только надо там подраться. Надо. Хочешь перчатки, полное модерование. То есть там, я знаю, это... Если ты куда-то готовишься, это непонятно, куда. И то мы в Азовской клубе, если бинты, ну, и папа брал в рот. Какие-либо перчатки, которые держат их либо... Ну, или чаще металась, металась в руку. Ну, у тебя есть же, да? Ну, еще и сколько ты боял, допустим, Нормально. А что ты сюда за нее дали? Нет. Нет, ты у меня колпал. Полза, да? Я смотрю, так ты же Костя. Мы так смеялись. Только
що от ми нога в ногу ударили, я ударив. Костя в лівому году. Глибо боюсь, сказать, великолепно. Я в прошлом году его легко, как говорится, забегал. Поэтому у меня выпуск вообще... В вашем возрасте вам надо, я не знаю, вы сегодня писали, какие вы узкие, достигаете, что вы стоите в парах. Нам бы, дай бог, дожить в обеда, я не хочу до вашего возраста, чтобы еще стоять в парах. Это вообще... Да нет, это не рекорд. Любой он когда напьется, он может ударить человека. Он агрессивный, он идет там у всех. Вот, лупит, он такой агрессивный. Но он даже пара всех не может. Хотя он ходит на босса, грушу там бьет, пацаны. Я имею в виду, грушу бьет, штангу не тягает, там на гантельке отрабатывает. Но в парах он не станет, ему сразу. Никакой бы. Я даже не видел такого вообще. Что, вот это так? Что? Я так клюкнул. Давайте мне, у вас на два, на две, на две скорости, на две скорости Я буду набирать, ну, каждую недельку. Мы можем брать на один. Но ты просто зранишься в футболку должен уже 3 года. Я уже самое нашивается. Напомню, я теперь на донатке 25 гривен должен. А, ну да. Когда да. Да, я же тогда зажал. Нормально. Как у тебя рука, нормально там? Ну, в принципе, сейчас проверим. Не, ну ты ее как-то укреплял, уже как там? Ну да, я сейчас с камерами ее поставлю. Ну как-то покажи, как она другая позиция. Ну хоть и у вас бунтовал. Ну а ты как уже там пишешь? Нормально делать? Ну сейчас я... Ну я тебе объясню просто почему. Это я на что болит конкретно? Сейчас я тебе покажу. У меня, в общем... Вообще это так клево бинтовать. Любые, короче, сдвиги в эту сторону сильно, в эту сторону. Я знаешь, как бинтовать? Я тоже раньше вматывал вот тут костяшек, но оно нифига не держит. Надо вматывать конкретно это, большой палец. И избегать бинтовать именно вот эти большие фаланги. Ты почти положил руку. Еще раз, два, большой палец. Палец? Большой. И теперь петлю вокруг каждого пальца. Начинаю выше, вот я со средних начинаю. Чтобы... Вот так, да. Не-не-не-не. Сначала средние два, потом и под конец указательный.
Ще як-то замічав, що одразу вказати, але у мене потім щось на нього дивився на гузка, понял? На костяшки реально. От у мене щось більше оболіло на костях. Костяшки. От я от замічав, довгота, по-моєму, теж тільки отак. Ну, по-моєму, демпував. Ну, я так. Так, подожди, ти правду? Стой, ні. Фалангу так не треба знімати. Ну, ти що, ти їш, Катя? Кулак треба знімати. Коли ти в плотну жав, воно у тебе вся конструкція, воно все жорстко. Раз. Воно у тебе снаружи, должно зашкати. Куди ти